Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу поставить очень интересную группу, называется «На кинофильмы». Здесь каждый час опубликуются фильмы. Я думаю, все любят смотреть фильмы, поэтому кого это заинтересовало, ссылочка на группу будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте поможем набрать 10 тысяч подписчиков. Уже 8600 человек подписано, значит группа хорошая, пацаны. Всем советую, повторюсь, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на всей родину Реплей, Центральный округ. У них здесь Кирилл Подбулови, не забывайте видеть маник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия, и в этой серии я решил купить какую-то машину реально для проекта. Просто для проекта, чтобы снять с ней пару серий, что-то интересное придумать. Вы можете, кстати, писать свои идеи в комментариях, но машину я еще пока что не выбрал. Я думал поехать купить на БУ рынке что-то, но типа, я хочу реально купить стоковую машину. И сделать из нее проект. У меня есть два варианта. Либо купить эту АКУ, вот это АК получается, да? Либо купить вот этот Ланос. Потому что я на ней еще не ездил. И, типа, можно сделать такой проект, типа колхозник там и так далее. Хотя, возможно, из этой машины что-то получится, но я думаю, что нет. Но я думаю, было бы довольно-таки прикольно. И потом, не знаю, либо эту машину просто продать кому-то, либо разыграть между вами. Я думаю, это будет очень круто. Также я сменил свой скин, потому что мне он как бы надоел. Также здесь есть трактор, который стоит у нас 220 тысяч, пацаны. Блин, можно будет из трактора проект, пацаны, сделать, а? Как вы об этом думаете? Вложить трактор баблишко и сделать из него проект. Я думаю, это будет довольно-таки странно, во-первых. А во-вторых, я не знаю, стоит ли это делать. Поэтому либо получается покупать эту тачку, либо покупать трактор. Я вот, честно говоря, не знаю, что из этого выбрать, потому что мне и то интересно, и то. Все, пацаны, давайте я уже определюсь, и мы уже тогда продолжим. Ну что ж, пацаны, я все-таки определился. Я думаю, машина это будет банально, а вот из трактора и название будет проекта «Колхозник», я думаю, будет самое то просто. Поэтому мы покупаем, пацаны, трактор. Кто-то когда-то в жизни покупал трактор, пацаны, я нет. Стоит он, получается, 220 тысяч купить. Все, пацаны, я купил себе трактор. Это просто пиздец, понимаете? Я взял и купил трактор, пацаны. Это, блядь, самая, наверное, дебильная моя покупка за все время на родине. Потому что что-что я покупал, но только не трактора, пацаны. Так, поехали, давайте тогда в тюнинг посмотрим, что с ним вообще можно сделать. Мы его в этой серии не будем полностью тюнинговать. Мы сейчас его, возможно, перекрасим и поставим на него диски, если это возможно. Пацаны, сказать, что это пиздец, это просто ничего не сказать, потому что они настолько огромные, что я просто в шоке. Я не знаю даже, что поставить. Хаманы может поставить, либо еще какие-то диски, но это полный пиздец просто, пацаны. Я такого еще просто, понимаете, не видел. Блять, какие же они просто огромные. Это, блять, это, конечно, сильно. Я даже не знаю, какие ставить, пацаны. У меня есть два варианта. Либо вот эти ставить, либо ставить вот эти. Ну, давайте, я думаю, черный купим, чтобы на стиле быть, в принципе. Вот такие вот диски купим. Они стоят 120 тысяч, в принципе, покупаем. Блять, какой же это пиздец, пацаны. Вы просто себе не представляете. Так, заводись. Все, я его завел, получается. И на таких дисульках, конечно, это полная жопа, пацаны. Но вроде бы нормально смотрится. Блять, пацаны, это пиздец. Я просто его случайно перевернул. Блять, какой же я дебил, понимаете? Я решил сделать бернаут, и получается, я его перевернул. Я просто взял и перевернул его. Чувак мне написал, зачем, и смайлики. Бля, я знаю, пацаны, я просто сошел с ума, походу. Я купил трактор для проекта, и он, скорее всего, должен здесь это стоять же, получается. Потому что я же его не парковал нигде. Блин, а где он? А, трактор найти. Блин, он аж там, получается, типа. Он аж на штрафстоянке, потому что я его не припарковал. Парковал. Да, внутри, пацаны, он аж там. Ладно, давайте я перезайду, наверное, потому что моя машина пропала, судя по всему, да? Да, Раптора здесь нету, поэтому я сейчас перезайду, и мы продолжим. Ну что ж, пацаны, я уже приехал, забрал свой трактор, так сказать, и я заметил, что здесь вот такой вот есть клюк, короче, видите, вот он. И он опускается и поднимается. Я пробовал так машину зацепить, почему-то не получается, скорее всего, либо моделька просто высокая, и я не могу зацепить машину, либо это просто пофиксили, чтобы люди на тракторах не ворвали машину других игроков. Скорее всего, второй вариант, ну, в принципе, не важно. Сейчас давайте я доеду, получается, до Арзамаса и куплю там баллончик с краской, и мы его перекрасим. Бля, он не валяшка, просто пиздец, понимаете? Я не знаю, что делать с ним. Оп, все, припарковал. Потому что по-другому, пацаны, никак просто. Я на нем не доеду. Из-за того, что, скорее всего, колеса узкие такие стали, он переворачивается, видите, просто. Ему нельзя ехать по такой колее. Он просто еще и прыгает, блядь. Это просто, пацаны, пиздец, понимаете? Я не могу так ехать, но постараюсь так доехать. Надеюсь, по асфальту такого у нас не будет.
Ну что ж, пацаны, я думаю, прям то, что нужно, я его покрасил в розовый цвет, вот такой вот. И смотрится довольно-таки прикольно. Напомню вам, что проект называется «Пацаны колхозник», поэтому мы будем его колхозить как только можно. И цвет этот, я думаю, идеально подходит для такого проекта. В следующей серии, скорее всего, мы сделаем полный тюнинг этого трактора, так сказать, и поставим на него номера. Возможно, что-то прикольно выпадет. Ну а вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.